Вы изучили все темы из раздела «Человек и общество». Далее нам предстоит кратко вспомнить каждую из них, после чего вам будет необходимо ответить на вопросы и выполнить задания в контрольной работе. Вы узнали, что такое культура и насколько она многообразна. Вы выяснили, почему важны законы, что они стремятся установить справедливость, а также устанавливают границы свободы поведения, что задолго до появления юридических законов люди жили, основываясь на обычаях и традициях. Также мы с вами нашли различия в понятиях «страна» и «государство», узнали, когда и почему впервые возникло государство, а также подумали, может ли общество прожить без государства. В ходе уроков вы могли уже определиться с будущей профессией, узнали, что такое социальная лестница и как по ней подняться. Путь к успеху лежит через труд. Мы рассмотрели такое понятие, как «домашнее хозяйство», в котором вы наверняка активно участвуете и знаете, какие функции оно выполняет. Узнали, из чего состоит семейный доход, из чего складывается семейный бюджет и что такое сбережение. Мы разобрали такие термины, как активы и пассивы. Также вы узнали, что такое обмен, торговля и каковы ее формы, и что двигателем торговли является реклама. Вы узнали, откуда берет свои истоки понятие экономики, какова ее роль в жизни общества, а самое главное, уяснили, что основой экономики является производство. И, конечно же, вы узнали, что такое общество, как устроена общественная жизнь, из чего общество состоит, что в обществе существуют определенные правила, социальные нормы, а поведение людей, которые эти нормы не соблюдают, называют отклоняющимся.